Период больших строек и проектов на будущее. Так характеризуют наступающий год дорожники Новосибирской области. Главное, чтобы финансирование не уменьшалось, ведь в этом году оно, по словам экспертов, было рекордным. Почти 25 миллиардов рублей вложили в ремонт, строительство и обслуживание дорог региона. Из них более 7 миллиардов в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы шли во всех районах области и к нормативному состоянию привели 170 километров трасс. Планы на следующий год также грандиозные. Среди них есть место и новым проектам, особенно в Академгородке, Советском и Первомайском районах. Ведутся работы сейчас по строительству дороги номер 12, второй этап в Кольцово. Ведется корректировка проекта, ожидаем в следующем году по второму этапу, второй очереди, так называемого Барышского тоннеля. И мэрия Новосибирска приступила к проектированию строительства дороги от пересечения улицы Кутаталадзе и улицы Демакова до улицы Арбузова.